Да. Доброе утро. Мы завтракаем. Всем привет. Мы с нашей семьей в банкроте. Надо было 1000 миллионов. Это в монополию, Антоша говорит. И еще у нас карта нет уже. Да? Да. В общем, мне завтракаем. Давайте всех зови мальчиков. Иди оденься для начала, слышишь? Мелковод? А что это такое? На мелководье, а здесь они лягушку запустили. А она тут где-то? Да, она под водой. А вот она. А вон она, точно. Всплыла. Угу. Как мелководье. Она там живет, а вон она малюсенькая, да? Вон, не надо ее пугать. Пусть себе, она как хочет, то пусть и плавает. Вы ей специально сюда травки накидали, да? Ну, чтоб она можно... Вообще-то я занялся террариумом. Это террариум? Сейчас как выскочит Григорий, убежит от вас. Так я ж её взять хочу. Подожди, подожди. Да не надо ее брать, пусть плавает. Я хочу тебе показать ее. Да я же ее вижу. Мини-террариум. Мини-террариум. Да. Да, нету. Видишь? Угу. Мелкая. Афон, не дерись, пожалуйста. Да, дери. Давайте. Мы смотрим Тихонова, продолжаем. Это уже какой? Четвертый фильм, да? Мы пятый. Пятый фильм мы смотрим. Едим кукурузу. Наконец-то я вчера купила по 25 рублей качанчик. Вот я 5 штук. Вкусная кукуруза. Смотри, что я уже построила. Все, разозлилась на детей. Сейчас пытаюсь успокоиться. Отправила их в свои комнаты. В общем, я когда злюсь, они мне сразу по своим комнатам разбегаются. Вот, я сейчас буду готовить обед. На самом деле, я есть вообще не хочу. Мне очень жарко. Я буду есть арбуз. Надо сварить макароны. Не знаю, какие-то мы вот такие вот купили. И я все-таки себе арбуз занесла. Сварю сейчас макароны. Сосиски сейчас сварю. Вот такие вот с томатом и базиликом мы купили от Тавр. Если честно, когда они сварены, ну, просто сырыми их ешь, вообще ничего не чувствуется, никакой разницы с обычными сосисками. Но когда их сваришь, то вот кусочки томатов, которые там внутри, они как-то так прикольно по структуре ощущаются. В общем, когда они сваренные или пожаренные, то они интересные такие. Вот сейчас сварю. Лежим, все поспали. Все поспали. Надулись, надулись. Кто там дуется? Сейчас лопнет. Посмотри на маму. Посмотри. Ку-ку. Пчелка. Пчелка моя. Так, надо вставать, Афонь. Будем вставать. Спать в обед это жарко. Особенно у нас в комнате. У вас там жарко, Афонь? В комнате жарко? Нет, хорошо у тебя. Только приехала. Расскажи, что ты-то большая, да? Да. А кто маленький? Серега маленький. А кто еще маленький? Марго маленькая? Да, маленькая. А ты самая старшая в семье? Да. И что теперь делать? И ты приехала к нам в гости сама? Нет, с папой. С папой? Отлично. Так что, пойдем гулять? Да. Мы с мамой вяжем, опять включили Ольгу Баварию, смотрим покупки продуктов в русском магазине. Мне кажется, самое интересное. Вот. А у нас тучи. Посмотрели сейчас по Яндекс.Картам, вроде бы у нас не должно быть дождя, по крайней мере, в ближайшие 2 часа. Но у нас гром уже гремит, будем, в общем, блюдить. Скажи, Гриша был на рыбалке, да? Да, 5 рыбок поймал, там марсикода. А, марсикода? 5 маленьких? А что ты с рюкзаком? Воду брал, да? Рюкзак. Все-таки дождь пошел. Не верим Яндексу, потому что в ближайшие 2 часа не ожидается Стёпа. А дождь все-таки пошел.
Все-таки Яндексу верить можно, дождь очень быстро закончился. Но все равно я сняла белье. И непонятно, тучки от нас уходят или они нас обкладывают. Потому что там все светится. В общем, погода летняя. Но хорошо на улице, классно даже. Тут вся семья без меня уже ест. Папа сам по себе. Я сам по себе. А ты сам по себе, да? За кино? Эмоции, что ли? Или как называют? Эмоджи. Так, мы с детьми идем кататься. Ой, да. Давай уже. Понятно, что ты выиграешь. Антош, а ты под ножку все. Афонька самый первый. Афонька уже стартанул. Давай, Антоша, давай. Только не попадайте. Риша! Аккуратно, не подрезайте.